В Магаданской области сотрудники полиции изъяли алкогольную продукцию без марки госзнака. Работники Управления экономической безопасности и отдела лицензирования розничной продажи алкогольной продукции установили и пресекли противоправную деятельность в сфере алкогольной, спиртосодержащей продукции. Торговля крепкими напитками предпринимателям велась незаконно, необходимая лицензия отсутствовала. Оперативники изъяли 21 бутылку. По данному факту возбудили административное производство. Максимальная санкция статьи КОАП РФ влечет наложение административного штрафа до 50 000 рублей с конфискацией алкогольной продукции.